Всем привет! Меня зовут Таня, вы находитесь на канале «Атмосфера счастья». Я вас всех очень рада видеть у себя в гостях и приветствовать. И сегодня постоянная рубрика на моем канале, которой давно не было. Сегодня будет распаковка интересной посылки из интернет-магазина «Любимый Василек». Я думаю, что уже многими моими зрителями любимый интернет-магазин с огромнейшим ассортиментом, который постоянно пополняется: текстиль для дома, одежда детская, взрослая и так далее. И сегодня, кстати, я кое-какую новинку вам покажу. Я ее таки урвала, я думаю, что многие уже приметили и заприметили, кто-то даже заказывал, мне уже писали в комментариях, вот эти новые костюмы, которые у них появились по очень-очень приятным ценам. Вот, так что сегодня, я думаю, что будет интересная распаковка с интересной примеркой, а вы, конечно же, обязательно оставайтесь со мной, если вы любите подобные ролики, и давайте начнем. Ух ты, здесь столько всего интересненького, вкусненького. Начну я, пожалуй, со своего костюма. Я отдельно заказывала толстовку, отдельно заказывала брюки женские. У меня они называются модель Арктика, цвет хаки меланж я выбрала, он такие зеленоватые, 42 размер. Брюки 944 рубля стоят и толстовка 1289 рублей. Я как увидела на сайте вот эту новинку, увидела, что она еще есть в наличии, потому что, например, розовые, бежевые расхватали, 42 размера уже не было, даже 44. Но как же я обрадовалась, что никто не позарился вот на этот цвет. Обалдеть! Это моя самая любимая модель. Посмотрите, супер оверсайз, мне кажется. Удлиненная толстовка со спущенными рукавами. Внутри она с начесом. Очень-очень теплая. Швы я поближе покажу. Также здесь очень теплый капюшон. И с внутренней стороны он, помимо того, что сам материал с начесом, еще хлопковая ткань в тон. Настолько приятный, красивый, вот такой зеленоватый цвет. Мне кажется, что я обязательно его буду носить под пуховик вот сейчас. Здесь указан размер 42, также бирка компания «Любимый Василек». Мне очень нравится шнуровка белая, такая очень широкая, красивая. Что касается кармашков, кстати, здесь кармашки не кенгуру, как обычно бывает. Прикольно. Но мне кажется, что это даже аккуратнее смотрится. Идеальнейшее качество. Я безумно довольна. Уже я понимаю, что мне данная толстовка точно понравится. Надеюсь, что брюки тоже такие же свободные. И надеюсь, по цвету данная ткань, данный цвет не отличается. Так, сейчас посмотрим. А так, конечно, я уже прям очень довольна. Так, смотрим брючки. Ну, а вы напишите, как вам такая новинка на сайте Василек. Причем, знаете, вот этой модели брюки отдельные и толстовка отдельно, они были в разных цветах и разных оттенках. Черный, персиковый, розовый, бежевый, вот такой хаки цвет. Просто супер. Вау, мне кажется, они будут как раз таки широкие. Талия очень-очень высокая, посмотрите, вообще я такое обожаю. Это очень тепло, это очень всегда комфортно. Вот я такую высокую посадку обожаю. Также здесь огромнейшие карманы. Ткань по цвету абсолютно не отличается. Можно действительно вот так подбирать. Можно отдельно купить, если вам не хочется костюм. И по цене, кстати говоря, этот костюм выходит, ну, около 2000 рублей. Просто тоже замечательная цена. И снизу получается резинка, вот такая сборка. Ну, все очень аккуратное. Действительно, я вам близко-близко все швы обязательно покажу. Цвет бомба. Девчонки, сразу решила дополнить свой отзыв. Пока устраивала примерку, я вообще в восторге от толстовки особенно. Брюки свободные, вот такие классные, теплые, можно всегда найти. У меня они тоже были, но нужно отметить, что брюки тоже супер комфортные, очень удобная, классная посадка. На мой рост 163 сантиметра идеально подошли эти брюки 42 размера по длине. Ничего не нужно укорачивать, переделывать, просто супер. И что касается толстовки, это самая идеальная, будет моя самая любимая толстовка. Это 42 размер, и она сидит именно так, чего я ждала вот от толстовок, которые я заказывала всегда на китайских сайтах, на том же Shein. Вот эта толстовка, наверное, реально будет моя самая любимая, потому что у нее такой крутой фасон. У него такая комфортная, удачная длина. Под пальто носить, под какие-то удлиненные куртки носить, вынимая капюшон, мне кажется, это будет так классно. Так, следующее, тут столько всего, девчонки. Ну, во-первых, как всегда, вафельные полотенца, полотенца из рогожки. Я всегда в Васильке заказываю, там самая выгодная цена. И всегда очень хороший ассортимент, всегда есть выбор.
Интересно, актуальные вот такие расцветки. Посмотрите, зимние. Вот такую я взяла расцветочку. Ну и в прошлом заказе, я помните, показывала. Вот еще такие заказала полотенчики. Вафельные полотенца стоят 120 рублей, 130 рублей полотенца из рогожки, по-моему. Но здесь 3 штуки, и полотенца эти большого размера, и они хорошего качества, потому что я уже не первый год заказываю подобного качества полотенца в Весельке. Следующий, здесь я уже вижу подарки новогодние пошли. Я заказала свекру вот такой костюм Майкл, и называется он, ну, Майкл темный джинс плюс светлый джинс. Давайте раскроем, посмотрим. Я не знаю, как в ваших городах, но пишите в комментариях, но у нас топит вообще как не в себя. Батареи горячие и дома очень жарко. Поэтому вот такие домашние костюмы из 100% хлопка, конечно, это супер актуальный, очень полезный и нужный подарок. Я в Васильке уже свекру своему заказывала подобные костюмы, и ему они очень нравятся. Очень симпатичная вот такая футболка и цвет, да, согласитесь, приятный, V-образный вот такой вырез. И здесь, по-моему, шорты, либо, да, это шорты вот такие коротенькие. Прикольно. Вот этот костюм двойка, кстати говоря, стоит 538 рублей за шорты плюс футболка отличного качества, тоже 100% хлопок. Ткань футболки и ткань шорт отличается. Здесь хлопок более плотный, ну и расцветка другая. Так как ткань, видите, очень такого насыщенного синего цвета, я вам рекомендую постирать первый раз, как минимум первый раз отдельно от других вещей, ну либо с темными вещами. Очень аккуратные здесь глубокие кармашки, ну в принципе, обычные шорты, резинка единственная здесь не прошита, возможно, она будет подворачиваться, но она вот такая комфортная, очень-очень широкая. Ну, классный костюм, на подарок будет просто супер. И еще я заказала на подарок женскую рубашку Александру, заказала прабабушке. Я уже ей заказывала в Васильке костюм, по-моему, либо тунику, рубашку, что-то такое заказывала, ей очень понравилось, поэтому я решила ее снова порадовать, заказала рубашку в клетку вот такую. Это 100% хлопок. Мне уже очень нравится расцветка, мне нравятся ткани, мне очень нравятся пуговицы. Тоже близко вам покажу. Стоит вот эта рубашка 500 рублей или 520 рублей, как-то вот так. Вау, она как раз-таки свободная, очень красивая, расцветка приятная. Здесь укороченные рукава. Дома, когда гости приходят, кого-то гостей встречать и так далее, по-моему, очень будет комфортно. Есть здесь на груди 2 кармашка. Ну, реально комфортная, просто комфортная, красивая вещь, в которой действительно и гостям не стыдно выйти, и качество отличное, и ткань не просвечивает. Также очень интересные здесь такие необычные рукава, я впервые такое вижу. Очень свободная спинка, и если как раз таки у вас родственники, либо вы сами носите большого размера одежду, в Васильке огромный выбор одежды большого размера. Причем согласитесь, да, обычно одежда большого размера бывает такая не очень симпатичная, не очень красивая, особенно то, что российского производства, а в Васильке можно очень симпатичные вещи найти. Следующее, то, что я выбрала свекру своему, это вот такие спортивные брюки, мужские, комфорт, цвет черный. Есть мужские брюки из 100% хлопка, именно спортивного плана, черные, серые, темно-синие. Кстати, термобелье появилось там отличного качества. Я в прошлом году Антону уже заказывала, поэтому в этом не стала заказывать. Это какое-то абсолютно другое качество. Знаете, ткань не рыхлая, она какая-то гладкая, очень гладкая. Несмотря на то, что, по-моему, это должен быть 100% хлопок. Так, здесь, к сожалению, нет такой информации, но, по-моему, на сайте была информация о том, что это 100% хлопок, и по ощущениям это хлопок, но он такого классного качества, и так хорошо он тянется, девчонки. Мужские спортивные брюки, по-моему, вот эта новинка появилась только на сайте «Любимый Василек». Их можно, кстати, затягивать, немножко подтянуть талию. Просто отличнейшего качества вот такие спортивные брюки. Единственное, я переживаю, как бы ему они не были коротки, потому что Антон у меня в папу такой высокий, и снизу они обычные прямые, видите, брюки. Если вы тоже любите такие прямые брюки, при желании, кстати, здесь есть возможность ставить резинку, потому что расстояние позволяет аккуратненько это можно сделать. Ну а если вы любите прямого типа спортивные вот такие брюки, то я думаю, что вам очень понравится эта модель, так такая комфортная ткань. Давайте посмотрим кармашки. Вау, кармашки очень глубокие. Вот такие вот классные брюки. В общем, я довольна. В Васильке, мне кажется, в первую очередь все набирают обычно постельное белье.
там оно, потому что по супер ценам всегда. И далее на втором месте, мне кажется, там идут домашние костюмы, различные пижамы. И я увидела вот такую обалденскую новинку. Вот, нашла. Пижама люкс парфюм, 100% хлопок, стоимость 1022 рубля. И вы знаете, у него такое красивое оформление. Я заказала эту пижаму, пижама, домашний костюм, я заказала в подарок. Я сейчас раскрою вам, обязательно все покажу. Знаете, девчонки, я еще на сайте обратила внимание сразу на эту пижаму, потому что по ней сразу, даже по картинке, даже на модели она выглядела очень-очень круто и прям, знаете, очень дорого. Вот этот костюм, конечно, просто прекраснейшего качества. Один воротник чего стоит. И посмотрите, какая отделка аккуратная из атласной ткани. Здесь укороченные рукава, скорее всего, это 3/4. С левой стороны есть один кармашек. Опять-таки, он очень аккуратно отделан. Ну и сама ткань. Посмотрите, такая классная, приятная расцветка. И что касается качества самой ткани, этот трикотаж не тянется абсолютно. Поэтому, мне кажется, лучше посвободнее брать. Тем более, учитывая то, что это дома. Домашний костюм, они должны быть свободные, комфортные. И штанишки идут, или это бриджи? Да, это штанишки все-таки. Ой, они такие классные, тоже будут комфортные. Резинка, все как я люблю. Резинка прошита сразу, она не будет подворачиваться. Очень красивые штанишки, интересно, кармашки. Кармашков, к сожалению, здесь нет. К низу они не сужаются, и разве что совсем-совсем капельку. Прямые, нет опять-таки резинки, захочется вставить, есть такая возможность. Вот такая вот крутейшая пижама, мне кажется, на подарок близким, любимым людям просто идеальный вариант. Что может быть лучше, особенно сейчас в нынешнее время, когда мы очень много времени проводим дома, кто-то до сих пор работает на дистанционке, дома выглядеть красиво, и чтобы приятно было на себя смотреть в зеркале дома, не ходить в растянутых вещах каких-то, вот, классный будет у меня подарок, в общем, такой вот. И, кстати говоря, у компании Василек есть страничка в Инстаграме, и они там довольно часто проводят конкурсы. Я как-то даже отметку делала в сторис. Ну, введете в поиске любимый Василек, либо я ссылку оставлю внизу, посмотрите. Они часто устраивают конкурсы, разыгрывают деньги и также сертификаты, по-моему. Так что можете тоже подписаться и следить за их обновлениями. Именно у них на страничке, кстати, я и подсмотрела вот эти толстовки, новинки. Так, следующее, то, что я заказала, это опять-таки подарочки на Новый год. Я заказала носовые платки детские. Здесь 10 носовых платочков из 100% хлопка. Они все одного дизайна. Дизайн бараш. Очень мило, красиво смотрится. И я заказала на подарок. Как раз я увидела новинку, а я набирала там вещи, одежду для новорожденного мальчика. Да, вот. На самом деле, в прошлый раз я тоже заказывала какие-то вещи для мальчика. И у меня спрашивали, а кому? Для кого это ты набираешь? Кто-то подумал, что я беременна, жду ребенка, и у меня будет мальчик, и я набираю вещи, в общем, мальчик. Девчонки, что-то я вообще не понимаю. Я снова заказала две одинаковые вещи. На самом деле, у нас в семье родился мальчик. У нас есть теперь новорожденный мальчик, и поэтому я теперь могу вам показывать в том числе одежду для новорожденных, буду иногда заказывать. Посмотрите, я каким-то случайным образом заказала две одинаковые футболки, но я думаю, что ничего страшного, в принципе, да, футболки никогда лишними не будут. Но просто жалко, что одинаковый дизайн, но зато качество у них прекрасное. Это Bonita Kids линейка, и вот эту ткань я просто обожаю, потому что из этой ткани, из линейки Bonita Kids я Сашульке заказывала бодики. Они прекраснейшего качества, они не растягиваются, они такие комфортные. Вот. И я эту ткань очень люблю, и качество мне очень нравится этой линейки. Здесь футболка идет сама в классном дизайне, расцветка классная. Сбоку две кнопочки, кнопочки отлично все здесь работает. Вот. В общем, две одинаковые вот такие футболки с рыбками. Но на самом деле вот эта линейка для новорожденных, у них тоже очень часто пополняется. Ее просто очень быстро раскупают, если вдруг вы не можете там найти. Также я еще ему заказала вот такой полукомбинезон, тоже размер 74, ну немножко на вырост, потому что дети очень быстро растут, и он идет из 100% хлопка, это тоже линейка Bonita Kids, мне очень понравилась и расцветка, и качество у них должно быть классное, они идут тоже на кнопочках, все эти полукомбинезоны, это всегда очень удобно, комбинезончик идет также снизу на кнопочках, это очень удобно ребенку поменять подгузник, дальше вот это что, это я Сонечке что ли заказала или Сашуля. Это, скорее всего, я Сонечке заказала. Очень красивая. Смотрите, какой классный свитшот.
Очень мне нравится. Я чуть даже позабыла. Легкий такой приятный хлопковый джемперок. Приятный, интересный расцвет. На 5 лет 110 сантиметров. Я просто обычно Сонечке все заказываю 122 размера. Но мы примерку устроим либо на Соне, либо на Сашульке. Я обязательно вам покажу. Качество отличное. Очень-очень красивая расцветка. Мне нравится сочетание цветов. Такой модный свитшот стоит 400 рублей на сайте Любимый Василек. Также я еще заказала вот такие детские носочки. Точно такие же носочки для мальчиков я заказывала Сашульке. Она очень любила эти носки, и реально было удобно, потому что у них противоскользящая поверхность, когда ребенок уже начинает ходить, первые шаги, чтобы ноги не разъезжались, очень удобно. Я вам тоже покажу вблизи, как они выглядят. Состав 80% хлопка, 15% полиамид, 5% эластан, размер здесь 0-6 месяцев, и мне очень нравится расцветка, дизайны классные, они со временем, эти носочки, не скатываются, катышков у нас не было вообще, вот на протяжении года у меня сошел ходила в этих носочках. Со временем вот эти резиновые пупырки слетают, но это случается очень не скоро, и действительно в них удобно ходить ребенку, поэтому тоже рекомендую. Вот этот набор из 5 штук носочков стоит 100 рублей. Ну и наконец-то последнее, то, что я вам покажу, это две футболки. Стоимость у них одинаковая, 345 рублей. Одна футболка женская, другая мужская. 345 рублей. Посмотрите, вот такая вот мужская футболка, называется она White and Black, цвет серый. Ссылки на каждую товар, конечно же, я обязательно внизу в инфобоксе оставлю, поэтому смотрите. По-моему, это была новинка. Симпатичная такая футболка. Я ее специально заказала, чтобы у меня свекр носил как костюм с черными спортивными штанами. Мне кажется, будет классно. Цвет серый, очень приятный, такой графитовый. И качество ткани отличное. Но опять-таки, да, 100% хлопок. Как он может быть неприятен к телу? Конечно же, он будет очень приятен. Тем более, ткань такая мягкая, не грубая. Если посмотреть на это изделие с изнаночной стороны, посмотреть на швы, там все тоже абсолютно идеально. Вот такая вот футболочка. Ну и также я увидела на сайте Василек вот такую футболку новинку. Это 46 размер. Мне кажется, что эта футболка данной модели большемерит, либо у нее модель такая. Очень понравилась расцветка и модель интересная. Стоимость этой футболки 345 рублей на минуточку. Тоже, мне кажется, гостей встречать, просто дома ходить в красивой одежде. Это всегда приятно. И стоимость очень бюджетная. Ну и плюс эта футболка тоже будет комфортная. Кстати, у нее ткань очень плотная, и она совсем немножко тянется, и сзади по спинке посередине идет шов. И вы, я думаю, заметили, что спереди она немножко короче, сзади немного удлиненная вот эта футболка. И расцветка, мне кажется, очень-очень удачная у этой футболки. Напишите, как вам. Вот. И это был весь мой заказ в интернет-магазине Любимый Василек. Напишите обязательно, что вам понравилось. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам огромное за внимание. Всем желаю приятного шопинга. Готовьтесь к Новому году, готовьте заранее подарки, не оставляйте все это на последний момент. И пока-пока, до новых встреч в моих новых роликах.